Да, ребят, всем привет. Добро пожаловать на очень непонятное для меня занятие. То есть я, безусловно, за то, чтобы пообщаться и какие-то вещи прояснить. Но в то же время я не очень понимаю... Ага, да, я вижу. Я не очень понимаю, как бы, какие нужно сейчас боли снять и так далее. Вот, я вижу, что мы все без экранов, это абсолютно нормально, да, то есть там не будем отвлекаться, я думаю. Есть доска, есть планшет, где можно что-то объяснить, значит, ковид вокруг нас, поэтому мы вот это вот так вот все очень дистанционно. Значит, смотрите, я сейчас, подождите, дайте какой-нибудь знак, что меня слышно. Ну, хотя... Вас слышно. Спасибо. Слышно хорошо. Да, отлично. Значит, я скинул в чат ссылку на некие... О, вижу, что вы уже туда залезли. Значит, я скинул ссылку на некоторый Google Doc, который соорудил там буквально там, вчера-сегодня с записями там, тех лекций, релевантных вопросам, которые есть у совбака. Я смотрел вопросы для математиков. Я почему спросил, кто где, совбак или чистая математика. Я смотрел вопросы математика, там таких вопросов нету. Ну, то есть там нет процентные дроби, ничего. Там нет Минковская, комбинаторика на клетчатой бумаге. Там нет про диофантовые уравнения. В принципе, нормально, потому что совбака курс был обязательным, а математики, кто-то брал, кто-то нет, и в лицензиате вопросов таких нету. Вот. С одной стороны. С другой стороны, хорошо, вот мы собрались. В любом случае, я за там имеющееся время не расскажу там материалы нескольких лекций. У меня просьба. Давайте вот подумаем, какие вещи хотелось бы там в контексте теории чисел сейчас обсудить, осветить, прояснить и так далее. Для того, подумаем и озвучим это, чтобы именно их сейчас и обсудить. Вот. Кто залез в файл, видит, что там где-то какие-то вещи там нету. Я подозреваю, что какие-то из них могут быть просто известны. Например, Малодинов-Ферма, все через это проходили, кто-то на кружках, кто-то на уроках, на лекциях по алгебре, кто-то узнавал об этом на теории чисел, но кажется, таких там суперменьшинство. Какие-то вещи, может быть, у вас есть вопросы, или хотелось бы чуть подробнее их осветить? Короче, вопрос. Старый курс остался, правильно? Где-то на Фоксфорде лежащий, то есть с лекциями. Курс на Фоксфорде, в принципе, живой, он существует. Подожди, а ты училась тогда, когда он проходил на Фоксфорде, потому что это весной? Да. Понял, да. Вы на Фоксфорде его проходили. Да, понял, ага. Слушайте, это вообще хороший вопрос, давайте сейчас я, дайте мне полторы минуты, я покопаюсь там на Фоксе, найду его, оно должно было все сохраниться. Там же у нас на Фоксфорде, кажется, в какой-то момент только мы переключились. То есть это вот... на Вейле, на Кронекера. Слушайте, мы там Вейле доказывали. Да. Сейчас. По-моему, там была какая-то большая, очень содержательная часть. Ага. Так, это у нас явно был прошлый год. Ага. Сейчас найдем. Так, введение в теорию чисел, экспресс какой-то. Ага. Да, есть, значит, ПИК, Блихфельд-Минковский, там, Ферма-Эйлер, очередное доказательство. Вейля,
Ага, начнем с основными коэффициентами, которые нам не нужны будут сейчас для лицензиата. Так, и были эти нелинейные диофантовые уравнения. Так, сейчас я попробую сделать так, чтобы он был вам доступным. Смотрите, если кто-то вот, вот сейчас, может быть, может залогиниться под собой на Фоксфорде, там у курса ID-шник 1883, его, он там недоступен? Сейчас попробую. Да, гляньте, пожалуйста. Ребят, если не сложно, тоже попробуйте зайти, пожалуйста. Ну, по старой ссылке вроде переходит, которая весна 2020. Переходит, и прям вот курс, да, доступен? Ну, там уравнение Пелли, линейные диофантовые, поэдические, экзамен. Там открываются эти лекции, потому что они как-то не открывают. Вот, да, запускаются ли, вот в чем вопрос. Вот у меня просто вот такой доступ преподавательский, поэтому я вот не очень понимаю, что видно вам. Да, вроде открываются. То есть прям удалось запустить... Извините, а по какой ссылке я просто... Да, это хороший вопрос, да. Сейчас. Киньте ее в чат, а я ее добавлю в Google таблицу, да, чтобы была у тех. Скинули уже или пока в процессе? Да, я отправила ее в наш чат, который, ой, это общий сейчас. Понял, а можете скинуть вот в, да, да. В зумовский чат? Я вот оттуда... Ага, все, спасибо. Проверьте, да, вроде должно переходить. Так, ну, сейчас. Короче, у меня лекции тоже не открываются вообще. То есть они как бы указаны, что они есть, но я не могу на них тыкнуть. Вот. Ты нам зарегистрирована с логинина? Скажи, пожалуйста. Да, ну то есть я зашла с того аккаунта, на котором, когда мы проходили этот курс, я была. То есть он у меня открыт, и вот у меня там он не тыкается, скажем так. Ну, у тебя там есть кнопка «Посмотреть запись вебинара», правильно? Нет. Ты перешла, да, туда? Вот. И там слева уравнение Пелли, протухшее занятие, линейный диафант и так далее. Да. Ну вот жмакни на одну из них. Да, например, на поэтические числа. Ну вот, я не знаю, у меня это просто закрашено сереньким. Написано, что я это прошла, но не открывается все. Ну, потому что у меня вот так вот отправило. И все есть. В целом, нормальный вариант, если есть возможность создать другой аккаунт, и тогда, возможно, это будет как-то по-другому отображаться. А вот я как-то застопорился на «Вас приглашают в класс, введите код приглашения».
А где это? О, боже, это как туда попал? Не знаю, вот я кликнул на по ссылке, меня вот на введите код приглашения перекинуло. Так, сейчас разберемся. Все, вроде пролечилось. То есть я еще раз зашел. Ага. Вроде сейчас. Можно будет вам задать вопросы по тому, что конкретно нужно будет говорить в билетах? Давайте, да, давайте обсудим. Да. Так, ну, например, теорема Вильсона, мало теорема Ферма, существование и так далее, вот это вот блок, да? А тут нет ничего про теорему Эйлера. Значит, мы про нее не говорим. Тут нету, ее можно, кажется, проигнорировать, да. Да. Mm-hmm. Ну, то есть ориентируемся на тот текст, который есть, будут все про простые числа, да. Так, то есть про функцию теоремы Эйлера мы не говорим здесь? Нет. Ну, я не знал, что я теорему Эйлера, да. Сейчас. Так, ну у меня вроде бы открылось, там и все видео работают, и... Ага, ну я круто, да. Да, очень хорошо. Ну, в общем, да, если у кого-то не открывается, то, ну, надо конечно, там залогиниться, ну, под любой учеткой, потому, ну, на курс нет никаких ограничений, то есть там любой может его себе подключить. Вот я себе только что вот на каком-то своем... в левом аккаунте это подключил. Давайте еще какие вопросы есть по тому, что... Теорема Вейля должна быть с доказательством, правильно? Как теорема Кронекера. С доказательством теоремы Вейля, конечно, сложно. Оно само по себе сложное. Я бы доказательство исключил. Вы будете как в комиссии? Вот это вот хороший вопрос, да. Значит, у меня вот, смотрите, доказательства есть в курсе на Фоксфорде, если я правильно понимаю, по крайней мере, мне казалось, что я рассказывал. Да. Вот. На самом экзамене я бы его исключил. Давайте я запишу тебе комментарий. Надо бы попробовать исключить доказательства. А если его удастся исключить, то как вам об этом сообщить? Да, наверное, можно как-то ВКонтакте написать. Кому угодно. Из прошлого года. Ага, ладно. Ну, то есть сейчас там не указано, что оно без доказательства. Ну, например, там закон взаимности указан без доказательства, что... Ну, потому что мы его ни разу не доказывали, и... Теорему Вейля мы доказывали, но, опять же, вот она достаточно... запутанная и сложная, я бы его исключил.
меня, наверное, больше нет вопросов. Ребят, подумайте, пожалуйста, какие еще есть вопросы. Я могу попытаться что-то рассказать, если есть вопросы. Рассказать, мне кажется, странным, потому что материал реально объемный. Ну, в любом случае, все не рассказать. Так, по-моему, Пика не будет, Блейкфельда не будет, Минговский будет. Вейлера не стали включать. Кронекер с доказательством. Вейль, попытаемся без доказательства. Ау. Извините, Кронекер будет с доказательством, Вейль без доказательства, да? Кронекер обязательно с доказательством, да, там достаточно простое рассуждение. А Вейля, да, там сегодня-завтра попытаемся, ну, пытаемся уточнить, что его доказательство не нужно. У вас сами экзамены когда? 17-го. 17-го, ага. А теорему Блихфельда можно использовать, ну, как, ну, для Минковского, да. Правильно? Формулировку много знать, да, хорошо. Ну, конечно, ну, четкая формулировка, если это верное утверждение, то оно засчитывается. Ну, и даже ты его используете. Ну, кажется, что Блихфельд — это такая теорема, что ее проще как бы уметь доказывать, и когда формулируете, просто вспоминаете доказательства для того, чтобы формулировка получилась точной. Но сами решайте. Да, доказывать не обязательно. Так, и про континуанты, вот эти вот много свойств, которые там есть. Ну, не надо пугаться этих свойств. И, ну, там есть одно рекуррентное свойство, которое связывает континуанты с цепными дробями. И есть свойства, вот, которые, ну, ключевое, наверное, свойство континуантов, это то, что определитель вот этой вот матрицы, ну, то есть континуант n минус первый умножить на континуант n плюс первый минус континуант n на континуант n, ну, тут разные переменные, что вот, это минус единица в какой-то там степени. Ну, как бы, опять же, да, вот там все абсолютно с пониманием, просто чтобы вы понимали, отнесутся, если вы формулируете, что это минус единица в какой-то там степени, которая зависит от четности n, и дальше вы как бы готовы эту четность уточнить. Ну, то есть, когда вы какие-то вот такие вещи там здесь или где-то еще рассказываете, да, ну, надо понимать, что, ну, вас никто не ожидает, что вы будете там точно называть степень. Минус единица в какой-то степени зависит от учетности n. Отлично. Отлично. Дальше можно посмотреть какие-то конкретные n и уточнить эту степень. Вот. Ну, вот два свойства. То есть это одно рекуррентное, второе вот это. А другие какие могут быть. А все остальные являются, кажется, какими-то подбочными эффектами, следствиями. Да, хорошо. Окей. Заблудшие к нам математики. Вы что вообще здесь делаете? Вам не сказали, что это для софтбаков? А, все, кажется, математики отвалились. Одна осталась, кажется. Я вижу. Ну, одна, да, видимо, осталась. Ну, Давид точно свалил. Понятно. Интересно, чем это самое страдают софтбаки. Ну, давайте страдать дальше. Ну, кстати, мы можем использовать, если у вас какие-то еще вот вообще вопросы, я не, конечно, не факт, что я смогу ответить, но если какие-либо вопросы по математике, то давайте использовать это время, чтобы их тоже обсудить. Значит, так, курс на Фруксфорде. Да, ну здесь просто я говорю, что материалы все есть. Я еще... еще текст есть. Замечательный текст Марфы. Кстати, Марфа что сейчас?
Марко в прошлом году сдавала курс. А, Марко сейчас... Она сейчас на четвертый заканчивает. А, лицензия в третьем. Да, точно. Я помню, что я недавно у нее что-то принимала, она когда заканчивала. А, ну все. Да, есть замечательный текст Марфы, который достаточно качественный. Его я тоже в эту таблицу добавлю. Так. Ну, в общем, подумайте, вот какие вещи хотелось бы обсудить. Опять же, чего-то рассказывать с нуля, я обычно рассказываю основательно и медленно, и это получится слишком подробно. Вы, кстати, когда видео будете включать, вы его включаете там на 1.25, скорость 1.5, вот где-то так. Потому что я посмотрел себя, что-то очень медленно, очень занудно. То понятно. Ну, да, кому как. Так, у нас. Вы думаете, да? Или у вас кончились мысли? Может быть, у вас какие-то еще вопросы есть? Я умею на своем каком-то примитивном уровне какие-то вещи объяснять, которые как-то по науке довольно сложно выглядят. Но я, поскольку считаю, что все должно быть просто, я их как-то вот просто объясняю. Не все, но какие-то вот такие есть. Я видел, у вас там довольно жесткая программа по всякому анализу. Математический, функциональный. Вот еще какой-то. Или вы еще не начинали готовиться? Да, вроде как начали. И вроде как и учили это все. Поэтому осталось говорить. Поэтому... А, ну отлично. Если вы умеете можно заявку на теорию чисел? Да, давай. Ага. Значит, вот что, собственно, интересует, что именно говорить в вопросе про общее решение диофантовых уравнений? Ну, это ладно, это понятно. Слово линейных, да, ага. Теорема Сильвестра о линейных комбинациях натуральных чисел с неотрицательными коэффициентами. Можете напомнить, что это? А это, ты же знаешь такую олимпиадную задачу, где есть купюры по 3-5 рублей, доказать, что любую сумму, начиная с 8 рублей, можно выдать этими купюрами. Да, конечно. А, вот что такое 8? 8, с одной стороны, может показать, что это типа 3 плюс 5, но это не так. Ну, в смысле, это, конечно, правда, но в общем случае, если у тебя есть купюры по А и Б рублей, но ты умеешь выдавать любую сумму, начиная с внимания, начиная с АВ минус А минус Б плюс 1. Вот если С сумма твоя, которую ты хочешь выдать больше либо равно, чем вот это, то тогда найдутся такие неотрицательные целые XY, что С представляется как некоторое количество купюр. Ну, X купюр достоинством А и Y купюр достоинством Б. Ну, целые, да? X, Y. Все целое. Вот здесь вот вообще все целое, да. А и Б, ну, А, там, Б вместе с ним С натуральное, еще А и Б взаимно простые. То есть основная часть в том, что... Ну, значит так, теорема Сильвестра, она говорит две вещи. Первое, что начиная с этой суммы, можно выдать ее купюрами по А и Б рублей,
А если сумма вот такая, ну, соответственно, единицу меньше, а без вот плюс единицы, то тогда не существует таких x и y. Ну, то есть теорема Сильвестра это о том, что, что 7 рублей нельзя выдать купюрами по 3 и 5 рублей, а 8 и любое число большее можно. А теперь 3 и 5 заменяем на А и Б, взаимно простые. И вот 8 заменяется на вот это вот выражение АБ минус А минус Б плюс 1. То есть это как будто бы диофантовое уравнение, только еще есть ограничение, что x и y решения диофантового уравнения должны быть неотрицательны. Ну, то есть фактически речь вот про это диофантовое уравнение, только еще мы накладываем условие, что x и y неотрицательны. Да, вот. И вот такое вот неразрешимое, если c равно а b минус а минус b, а если любое больше, то разрешимо неотрицательно. Вот это вот теорема Сильвестра. И насколько я понимаю, это тот самый Сильвестр, который вот матрица для дискриминантов многочленов, Сильвестр Галай про точки прямые, ну, короче, какой-то довольно плодовитый мужик был давно. Так, хорошо. Ну, то есть мы вот ее формулируем и ее доказываем. Да, доказательства, да, в том числе есть в записях. Хорошо. Дальше там что-то было. Там было что-то еще в этом билете. Пифагоровы тройки, я так понимаю, мы просто должны явную формулу для них написать. Явную формулу, да, доказательство. Ну, такая. Хорошо, пожалуйста, беседу. Там лежат материалы по лекциям этого года. Что, Свет? Куда? Какую беседу? Меня нет, да, это просто... беседа? Не-не-не, у нас просто ребята с ваших лекций оформили тех, вот, с этого года. Да? Yeah. Yeah. Круто, слушайте. Еще кто? Один. Yeah. Да, давайте, а кто это, я напишу и... Они там как-то все вместе сделали это, ага. Поэтому не знаю, кто... Кто хозяин файла? Давайте я напишу кому-то и попрошу. А я уже отправила, это нормально. Что? Я уже отправила ребятам, и первоисточник я не помню. Ага. Ну, да, на самом деле, проблема этого курса основная, я, конечно, для меня это головная боль, что нет какого-то одного учебника, в котором было бы все это написано. То есть это какие-то разные сведения из разных мест, где-то что-то оформлено, что-то там качует из там, кружка в кружок, кто-то что-то вот мне там какие-то коллеги рассказывали. Это, конечно, беда курса, и надо бы в одном месте, конечно, письменно собрать. Поэтому если у вас есть какие-то материалы, которые могут в этом поспособствовать, дайте знать, я готов их это как-то выкупать за какую-то разумную, возможно, это натуральную стоимость. Ага. Так, ну, про существование решений тоже, я так понимаю, мы формулируем это все и доказываем. Пелля. Пифагора? Пелля. Пелля? Да. Ну, существование решений, естественно, оно сводится к тому, что мы... x минус корень из а на x, x минус корень y корень из а, ну, какое-то одно найденное решение, раскладываем на вот такое вот произведение, а потом возводим это все счастье в одну степень, ну, в любую катую степень, давайте. То есть существование бесконечного множества решений доказывается вот так. А вот структура, там структура решений, там чуть больше. Ну, то есть там требуется доказать, что все решения имеют вот такой вид. Угу, хорошо. Ну, опять же, просто интересует, что там, что надо с доказательством. Да, вот это главное. Окей.
Знаете, у меня такой вопрос, на самом деле, если я слышу сейчас, а вот у математиков там же тоже какая-то вот есть теория чисел, типа алгоритмы, ну, сейчас нод, я помню, там был у вас вопрос, даже без линейного представления, поля конечные, это все в алгебре было или это какой-то отдельный предмет? Это было в алгебре. Угу. Поняла. Когда вы это проходите, на первом курсе или дальше? Ты не помнишь? Если не помнишь, то ладно. По-моему, на первом, но точно не помню. А, окей, спасибо. Я не нашел про периодические цепные дроби, где я рассказывал про них в лекциях. Вы же понимаете, что такое периодические цепные дроби и что про них нужно понимать? Когда цепная дробь является периодической? Ау? Есть вопрос вообще про это. Давай. Теорема Лагранжа доказывать нельзя. Ой, в смысле нельзя, не надо. Нет, я имею в виду не у меня, а в принципе в билете есть вопрос, что цепные дроби, континуанты и подходящие дроби, сходимость подходящих дробей цепной дроби, теорема Лагранжа о периодических цепных дробях. Вот это вот. Да, да. Ну, опять же, тут мы даем определение цепной дроби, даем определение континуанты и подходящих дробей для числа. Свойства какие-то, может быть, надо озвучить. Ну, вот свойства, которые, ну, видишь, на доске написано вот одно из них. Mm-hmm. Вот, еще второе свойство – это то, что, ну, наподобие там свойства чисел Фибоначчи, что n-ный континуант – это там x сейчас, ну, какой-то из x-ов, я тоже, на самом деле, вот, каждый раз на местности ориентируюсь, какой-то из x-ов кажется n-ный, давайте условно тут назовем его n-ным, n-ный x на n минус первый континуант плюс n минус второй континуант. Ну, в каких-то переменных. То есть вот эти вот два свойства. Mm-hmm. Вот они основные. Mm-hmm. Ну, на самом деле, конечно же, второе является следствием первого через матрицу. Ну да. И там еще. А про периодические, я вот то, что спросил, да, что цепная дробь является периодической тогда и только тогда, когда она равна квадратичной иррациональности. Понятно, о чем речь? Ну да. Да. Ладно. Ну, собственно, в одну сторону, что если квадратичная рациональность, то она периодическая, это вроде понятно, а вот обратно... Наоборот. А, наоборот, окей. Если она периодична, то тебе легко доказать, что она, что это квадратичная рациональность. А, ну да, уравнение просто решить надо. Уравнение квадратное получается, да. Да. А вот если это квадратичная рациональность, то чтобы доказать, что она... периодично, то есть это не конкретные числа, да, то надо такой хитрый вариант сооружать. Ну, короче, такое некое ограничение на дискриминант. Ну, непростое рассуждение, его не нужно воспроизводить. Ну, в смысле, в нем интересно было бы разобраться, но я ищу все же какое-то естественное рассуждение. Кажется, у Арнольда в одной из книжек был намек на естественную причину этого явления. В общем, на экзамене его не обязательно воспроизводить. Да, еще вопрос. Вот там есть символ Легендра и его свойства. Какие свойства нужно знать? Ну,
Является вычетом, то одно не является другое, что их вертеть можно, что можно минус убирать. Ну. Ну да, 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 да. То есть основное, оно, основное свойство, ну, там есть два типа свойств, да, значит, одно свойство это групповые, условно, групповые свойства, да, то, ну, например, символы жанра там А плюс КП по П. Это то же самое, что жанр по модулю А, по модулю П. Вот. Это вот там, ну, как бы это очевидно, но это надо понимать, я думаю, что это понятно. Вот. А из групповых свойств, например, что произведение. Вот символ жанра произведения по модулю П равен произведению символа жанра. Это как раз не очень очевидное свойство. То есть почему два не вычета, то есть два подошечных не вычета в произведении дают вычет. Это вот весело. Нет, это надо. Вы понимаете, почему, да? Угу. Почему? А, в смысле, нет, если это вопрос, то не понимаю. Никто не понимает, да? Ну, в смысле... Никто не хочет поделиться. Тут есть два варианта, как это доказывать. То есть, с одной стороны, у нас уже был примитивный вычет, и там, любой вычет – это примитивный в какой-то степени. И если эта степень... четное, то он квадратичный. Ну, это тоже надо пояснить, конечно, но это достаточно... Надо просто понять, что это очевидно, почему так. Значит, если эта степень четная, то он квадратичный, то он является квадратом. Если она нечетная, то он не является квадратом. Тогда, когда вы перемножаете два, ну, например, не вычета, то степень у них нечетная, вы их перемножаете, и все как-то становится очевидно. Ну, степень четная получается. А второй способ, как это доказывать, если вам комфортно жить с примитивным, работать с примитивными вычетами, то такой вот вариант рассуждения вполне подойдет. Если вы боитесь, чураетесь алгебры, и вы предпочитаете комбинаторику, то можно сделать следующее наблюдение. Что вычет, умноженный на вычет, очевидно, вычет. Ну, когда я говорю вычет, это значит, что элемент является квадратом другого элемента. Ну, в смысле, квадратичный вычет, то есть это вот квадрат другого. Значит, вычет, умноженный на вычет, это вычет. Ну, квадрат, умноженный на квадрат, это, конечно, квадрат. Значит, квадрат, умноженный на не вычет, то есть не квадрат, это не квадрат, достаточно очевидно в силу того, что у нас есть деление по простому модулю. Ну, по простому модулю есть деление, поэтому можем разделить. Дальше надо просто посчитать, а дальше надо просто учесть, что мы знаем, что количество вычетов, то есть квадратов, равно p минус 1 пополам. В связи с этим количество невычетов равно тоже по минусу пополам, потому что ну, все, кроме нуля, они либо вычет, либо не вычет. А дальше мы берем там ну, комбинаторное рассуждение выглядит так, что вот все вычеты, все. И квадратичные, и неквадратичные. Мы их умножаем на все вычеты, и квадратичные, и неквадратичные. Значит, здесь условно вычеты, здесь не вычеты, здесь вычеты, здесь не вычеты. Если посчитать, ну, например, если взять какой-нибудь не вычет, ну, вот мы их перемножаем, мы опять получаем все возможные вычеты, естественно, ну,
все возможные остатки модулю по простому модулю. Если вы... Так, здесь есть вычеты, здесь есть не вычеты. Если вы возьмете не вычет, так, то есть остаток, который не является квадратичным вычетом, умножите его на квадратичный вычет, вы получите не вычет. Это связано с тем, что можно делить. Ну и отсюда следует, что если возьмете... Наверное, сейчас непонятно, что, как это связано с тем, что можно делить, но давайте в целом картину обрисую. Поэтому вот этих поймите пополам. Вы взяли конкретный, так что плевать на то, что, плевать на то, сколько их. Вы взяли конкретный. Вот этих вот поймите пополам и этих тоже поймите пополам. Поэтому, если вы берете какой-нибудь вот тот самый не вычет, умножаете на не вычет, вы уже не можете сюда попасть, вы попадаете сюда. Вот так выглядит схема комбинаторного доказательства. Вопрос, нужно ли подробнее какой-то из ее кусков рассказать, если она вам интересна, но при этом непонятна. Не, ну вроде понятно более-менее. Угу. Ну, то есть, почему, например, там не вычет на вычет, если вы умножаете вычет на не вычет, почему получается не вычет, да, вот это вот как бы непонятно, но что такое вычет? Это квадрат какого-то другого остатка. Вы умножаете на не пойми что. Ну, на то, что не является квадратом, но мы его не можем как записать. У нас нет формулы для не квадрата. Вот. А получаете, если вы получаете квадрат, да, если бы получался, кстати, вычет, если бы, то есть типа от противного, то тогда вот это вот не пойми что, ну, в смысле, вычет, который не является квадратом, был бы равен вот этому, потому что по простому модулю там это поле, там есть деление, в общем, можно смело делить, и получается какой-то вычет, точнее, квадрат какого-то вычета. Получается, что вопросительный знак – это квадрат вычета. Да? То есть, если вы умножаете квадратичный вычет на что-то и получаете опять квадратичный вычет, значит, вы умножали на квадратичный вычет. Вот, значит, надо просто посчитать их количество и прийти к выводу, что не вычет, ну, то, что здесь нарисовано, не вычет на не вычет приводит к обязательному вычету, потому что эти все уже заняты, уже получились. Ну окей, ребят, на самом деле, если вопросов какие-то нету, я хочу две вещи подчеркнуть. Значит, первое, я не понимаю, какие две вещи. А второе, что если у вас будут возникать вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь задавать. Да? То есть, с одной стороны, как бы экзамен есть экзамен, то есть, типа, проверяется, насколько хорошо вы в этом всем разобрались. С другой стороны,
никто не просит того, чтобы вы в этом всем чуть лучше разобрались прямо накануне экзамена. Ну, там, за 2 недели, за неделю, ну и так далее. Вот, поэтому я не очень люблю отвечать на вопросы, которые не были заданы, но в то же время очень люблю отвечать на вопросы, которые были заданы, поэтому не стесняйтесь их задавать по любым дисциплинам. Какие-то вещи я не умею, ну, наверное, не смогу рассказать так, как вот их хорошо бы рассказать. Вот, как-то вот что-то я понимаю, что-то не сильно хорошо понимаю, и в этом случае я просто скажу, что, ребят, ну, не ко мне. Вот, но в большинстве случаев я все-таки рассчитываю пытаться помочь. Вот. Все, тогда давайте я вас не буду задерживать. У вас, кажется, там еще какая-то пара через 20 минут или около того. Спасибо большое. Все, да, спасибо вам, что подключились. Удачи вам на экзамене, если вы там не решитесь написать. Ну, а так, на самом деле, пишите, давайте вместе разбираться. Тема математики сложная, вот, но прикольная. Так что давайте вместе разбираться. Ага. Сообщите, да, если сможете исключить доказательства теоремы Вилля. Да, 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 я поговорю с Натальей Витальевной, да, чтобы мы его... чтобы мы уточнили, что не надо требовать доказательств, ну, потому что она реально вот довольно муторная и длинная. Ага. Спасибо большое, всего доброго. Ну, давайте, удачи вам. Ага. Пока.